Это Воронежский гидроузел, поселение. Здесь у нас два дома, по 16 квартир. Проживает около 100 человек. После нескольких лет переписки с властью, в 2000 году они выделили деньги на сооружение, на строительство очистных сооружений. Ну, эти были годы очень сложные, и деньги украли. Следователь Колесников прикрыл это дело, кражу денег по поводу очистных сооружений, и вот до сих пор они ржавеют. А вот канализация, можете посмотреть, сливается в 150 метрах от водосброса, где нерестится рыба. Это серьезное нарушение закона, и слив неочищенных фекалий вместо нереста рыбы, потому что здесь заливается в паводок, это уголовное преступление. В 2010 году я впервые в жизни стал в пикет по поводу того, что канализация сливается в реку. Два дня, 2 и 3 февраля 2010 года, пикетировал губернатора. Но меня бросали в бобик и увозили на край города. Да еще и официальное предупреждение подписывал о том, что я незаконно это делаю. Ну вот теперь давайте посмотрим, что у нас происходит. И это течет, когда все люди на работе, а когда все дома, здесь все, поток увеличивается в несколько раз.